Всем золотого огня, друзья, с вами я, Азай. Многие меня спрашивают: Азай, где же видео? Почему опять ты перестал выпускать видео? Все очень легко и просто. Нету материала. Начиная с сентября я залез в учебу. Ну там, гулянка, учеба туда-сюда. Ну, короче, молодежь. В итоге, 2 недели назад мне в классе, я прохожу в класс, и мне классный руководитель говорит: Саня, ты должен идти в военкомат. Я говорю: в смысле военкомат? Ну вот так, военкомат. В итоге надо встать на учет, все документы я почти собрал. И обещаю, вот как соберу все документы, видео начнут выходить раз в неделю. А сейчас посмотрите просто нарезку вот из этих видео, которые я собрал. Удачного вам просмотра. Всем хай, друзья, хочу вам посоветовать канал моего очень хорошего друга, он снимает веселые покатушки на велосипеде и влоги, очень интересные нарезки и монтаж видео, поддержанного лайка и подписотой на канал, удачного вам просмотра. Всем золотого огня, друзья, это новое начало нового влога, я сейчас еду в парк немного поразминаться, так, на турничках побегать, футбольчик с Димасом. Может быть, что-нибудь еще поделаем, не знаю, ну просто вот душа просит спорта, короче. Ну, приступим. Итак, ребят, то чувство, когда я приехал, а там на поле стоит концертную хрень какую-то, прям на поле стать. Так что я сейчас нахожусь на турничках, немного поподтягиваемся и подождем Диму, пока он приедет. Итак, новый день, новый влог, мы только что скачалось. Мир тут свои игры поправляет. По кайф. Очень по кайф. Я опять как ёж. Давай, давай. У меня вообще что ты делал, давай. А? Что ты только что сделал, давай. Писание, слушай. Сейчас идем пополнять троечку. Троечку пополнить обязательно, потому что в понедельник мы едем в хреново Кукуево. Короче, первая Дубровская улица. От нас 3 часа. Нет, 2 часа. Ну, 2,5. А, ты уже узнал, то есть. Да, нормально. Банкомат. Идем. Топчик, идем в пятерочку, да? Смысл? Там ты не пополнишь тройку. А? Ты тройку ты не пополнишь в пятерке? Я знаю, где можешь пополнить. Где? Связной 2-й этаж. Разве? Да. Да. Короче, сходили, положили на тройку, сейчас идем в сторону Ашана. Это да хрена вперед. Что это, кстати, за зигзаг, я не пойму. Это русские дороги. Очень русские, большие русские дороги, короче. Троицкие. Сейчас купим что-нибудь поесть на вечер. Ну как поесть? Приготовить. Да. Да, готовить будет он, это же мастер-класс от шеф-повара Михаила. Рекламу на будет. Сейчас я, малять, переоделся, собираю ехать на автомойку к своей тетке. Дальше я поеду в Былово, мы с Димасом запишем пару роликов, это будет челлендж и будет влог. Ну, в общем, все вы увидите здесь. Ну, погнали. Короче, я доехал до мойки, вот он стоит. Значит, все ночью? Ну а чё? Значит, кофе попиваем, да, на рабочем месте? Да, вот попиваю. Плохо. Неплохо, это отлично. Не поставил лайк? Я жду. Поставил? Красава, бро, продолжай просмотр видео. Что? Плохо. Время 8 утра, я как овощ. 8 утра, мы только открылись, надо выпить кофе. Только открыли, что ты делал, не надо пить кофе. Надо. Не надо. Надо. Не надо. Надо. Говори громче, чтобы у меня это. Надо. Чтобы я звук не поправлял потом. Поправишь, ничего страшного. Ой, легко сказать. Когда ты 2 часа паришься, только над звуком. Кофе без сахара самое лучшее. Горький сахар. У меня лучше. А у тебя какой? Нескафе. У меня чипы. За 100 рублей здесь взял в палатку. А у меня Нескафе за 500 рублей. Вот
Какашка. Ну это что, это не я, это дед пьет. Чё маленькая? Сразу же говорю, если будет мат, вырежу. Да я знаю, так и так пойдет. Запекаю, да. Вырезать, я знаю, вырежу и музыку добавлю. Стандартный так. Слушай, у меня каждый раз так. Половина моего видео из мата состоит, я просто вырезаю. Я в курсе. Да, букальник и платье. Соборница. Кто бы говорил? Отдых. Энергетик, кстати, попиваем. Плохо, Виктория и Виктора, ну плохо. Можно. Плохо. Плохо, но можно. О, Red Cup у меня. Еще бы открыть тебя, да? Кофе, да. О, YouTube. Стандарт. Ну тут воняет. Багира, привет, малыш. Вон они, вон, привет. А, мелкие, вон. Да, ну и сколько, неделя только. Нормально. Было четверо, осталось только трое. Багира, видишь, как она нас защищает? Ой, видишь, не другие, кроме меня, да? Малыш. Хочет ласки все от тебя. Мне вот эта вот серенька нравится. Багира. Багира. Посвети туда. Как дела? Все, у нас сняли, ложки пошли. За вискосом. И виска у нас все есть. Иди. Что бы делать сейчас ночью? Копаться в лесу. Мотор, авто, выключить. Мотор. Будем ловить. Вон там мы были. Все, утерь закрывай. А теперь пошли. Дим, поддерживаю уже. 6, давай, 7. Давай еще один сможешь, 8. Давай, 9. Плохо получилось. Будет эпик фейл. Чё ты?
Чем занимается Азай рано утром? Конечно же, идет собирать листву, блин. Я уже устал. Хочу спать. Время 10 утра, я хочу спать, но надо собирать листву. Топчик. Доброе утро, называется Саня. Нет, мы не лодыри, так что мы нормально собираем листву. Наверное. Может быть. Но это не точно. Устал. Спать. Еще идет дождик. Так что топово, ребят. А, да, кстати, я повторюсь, подпишитесь, пожалуйста, на моего очень хорошего друга Данилу. Его все знают под никнеймом Вока. Но сейчас он сделал себе влоговый канал по имени Данил Влог, по-моему, если не ошибаюсь. Вчера мы ему сделали группу, все ссылки в описании или здесь на экране где-нибудь. Ну, вот здесь будет ссылка. Так что давайте поддержим его подпиской и лайком на канал. Очень хороший пацан и очень хорошо старается над своим монтажом. Собрали всеми, собрал я весь участок, короче. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Короче, получается 5 вот таких куч листвы я собрал за сегодня. Ну а в принципе, почему бы не собрать, помочь деду, да? Сейчас идем к нему. Он собрал 1, 2, 3, 4, 5, 6 кучек. Где они лежат? Вот там, и короткий вот такой желтый. Так, окей. Сейчас. Где? У забора? Окей, идем. Идем к забору, короче. Ищем. На следующей неделе их мир. Я думаю, поехать или нет. Поехать или нет 4 или 5 октября. Почему бы и нет? Так, сначала несем мешки. А, нет, давайте сразу возьму. А то все равно потом второй раз ходить не хочется. Так, какой из них короткий? Вот этот? Нет. Да, этот. Ну все. Один мешок есть. Ну потом что снимать? Да мне для влога. Ладно. Несем мешок. Вот этот. Чего?
50 на 50. Маленький. Там вот так тогда? Нет, там нормально. Наверное. Ну, 50 на 50 нормально. Собрали мы мешки. Так, сейчас мы это... Я это положу на место, где я их взял. То есть кину вот сюда. Стандартная тема. Собрали вот мешки. На той стороне два мешка. И вон там один мешок. Дед уже куда-то направился. Вопрос, куда? Сейчас спросим. Чёрт, почему бы нет? Так. А, он же в магазин хотел. Ты куда? Чего? Да. Да, все снял. Я все снял. Ты куда? Куда? В магазин? Окей, я дома. Я дома, пешком дойду. Пешком дойду.